могу тебе сказать, Артем, что все свои бои в Гран-при у меня закончились досрочно, и я буду придерживаться этого же плана в финале. Поэтому я хочу тебя нокаутировать в первом раунде. Это не первое Гран-при в ACB, ACA. Сейчас я также оказался в финале, и я собираюсь его выиграть, чтобы уверенно заявить о себе. Я уверен, что он будет искать удачу в партере, но я не собираюсь там находиться, я собираюсь вставать, я собираюсь нивелировать его попытки прохода. И, повторюсь, я собираюсь закончить этот бой досрочно и желательно нокаутом. Я с удовольствием жду этого финала, чтобы продемонстрировать все свои навыки и победить. Подготовкой в данное время я очень доволен. Все меня устраивает. Все получается. Осталось сделать вес и вперед. Я считаю, что моя борьба на другом уровне. И акцент я во всех своих боях ставлю на борьбе. И этот бой не исключение. Влево пытается вырваться, работает. Неужели Север-Юг? Неужели Север-Юг, дамы и господа? Я услышал, что Эдуард Вартанян говорит, что он не видит опасности в моих навыках. У меня 10 побед к ряду. И очень часто я ухожу андердогом, но Ханса поднимает мою руку. И я уверен, что этот бой будет не исключением. А за мной стоит страна Казахстан. И я в этом бою сделал все, чтобы привести пояс на нашу родину. Я не хочу портить тебе здоровье, я тебя хочу задушить. Северюгнулся. Я в отличной форме, мотивирован, сконцентрирован. И собираюсь 16 июня выйти из Гран-при победителем. Он с таким бойцом, как я, не встречался. У него было много хороших бойцов в сильных рубах. Но именно такой, как я, у него будет впервые.